Уважаемые участники, добро пожаловать на 12-й Уральский форум. Мир вступил в новое десятилетие, и нам предстоит обсудить вызовы и препятствия, которые встанут на нашем пути в ближайшие годы. Будущее будет безопасным, удобным и доступным. Удобство и доступность обеспечат цифровые технологии. Но цифровые сервисы действуют в постоянно меняющейся и подчас недружественной виртуальной среде. И безопасность – фундаментальный компонент, который укрепляет основания любой цифровой технологии. Побочным эффектом прогресса всегда становится возникновение новых угроз. Для финансовой отрасли наиболее серьезные риски связаны с технологической и гуманитарной сферами. С одной стороны, это эволюционирующие компьютерные угрозы и ландшафт киберпреступности. С другой – человеческий фактор, который проявляется в дефиците специалистов и в низком уровне кибергигиены миллионов рядовых пользователей. Для минимизации этих рисков необходимо выстраивать комплексную стратегию. Сократить технологические риски позволит соблюдение баланса безопасности, удобства и доступности при разработке и внедрении защищенных финансовых услуг и продуктов. Для снижения значения человеческого фактора требуется планомерная деятельность по повышению киберграмотности граждан и развитию инфраструктуры подготовки новых кадров и повышения уровня существующих специалистов. На этом пути рынок в лице потребителей и производителей решений и услуг информационной безопасности и государственный регулятор должны вырабатывать инструменты взаимодействия, находить точки соприкосновения, формулировать и решать общие задачи. Решение этих задач – дело последующих лет. Сегодня, как и в ближайшие дни, в формате дискуссий, тематических заседаний, круглых столов мы последовательно рассмотрим и обсудим наиболее перспективные подходы к решению ключевых задач. Нам суждено определить будущее для себя, финансовой отрасли и всей страны. Ведь будущее – это мы. Приготовьтесь, 12-й Уральский форум начинает свою работу.